Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Assassin, первая часть. Так, нам надо подслушать. Дьявол, даже не переодеться. Мне не нравится, что ты споришь со мной на глазах у пленника. Этому есть название. Нарушение субординации. А мне не нравится, что ты хочешь убить его, прежде чем мы закончим работу. Этому есть название. И название — это глупость. Люси, это не мое решение. Не я устанавливаю срок. Но я достаточно умен, чтобы не спорить. Ты же не хочешь закончить, как Лейла? Я знаю, что тот случай всех переполошил. И поэтому у нас нет времени возиться с ним. Если ты будешь... Еще как есть. ...то сильно он закроется, и у нас ничего не останется. У нас ничего и нет. Но будет. Надо верить в свои силы. Отлично. Но я хочу, чтобы ты нашла способ держать его там дольше. Мы не можем прерываться каждый раз, когда он чихнет. Нам и так приходится смотреть всю эту бесполезную чушь. Я сделаю, что смогу. Так. Ага. Выйди, выйди, выйди. Нет, туда надо выйти, да? Обратно на стол. Ну, и где вы? Или что, или мне ложиться надо? Что мне надо сделать? Так, ложиться не надо. Переодеться? Нет. В душ сходить? Зачем мне здесь делать? Ну давайте, козлины, где вы? Ой-ой-ой-ой-ой. Клетки какие-то. Что это за... Оно. Прогрузка. Прогрузка компьютера. Ну давайте, где вы, твари? Что вам надо-то? Долго же вышли. На сегодня все, мистер Майлз. Сейчас вы вернетесь в комнату и отдохнете. Падла. Давайте, меня кошмары будут мучить? Черт, они заперли дверь. Ну и хрен с ним. Ложись, спи. Отдыхай. У тебя был тяжелый день. Надписи, письмена. На следующее утро. Господи, что, проверяешь, дышу я или нет? Видеть, что вы стоите надо мной, немного жутковато. Смотрели, как я сплю? Мы всегда наблюдаем за вами. Поднимайтесь. У нас много работы. Кого же мне придется убить сегодня? Я думаю, обойдемся без надменности. Ваши предки шли почти верным путем, мистер Майлз. Если смерть нескольких злых людей может спасти тысячи, это лишь малая жертва. Почему почти верным? Они зашли недостаточно далеко. Приведу аналогию. Коррупция, словно рак. Если вырезать метастазы, но не тронуть источник, то ты всего лишь оттянешь время. А излечение можно добиться лишь систематическими мерами. Химиотерапия, Демос. Обучение. А вернее, переобучение. Но это нелегко. И не всегда работает. Дайте догадаюсь. У вас есть идея получше. Что же это? Так я вам и сказал. Ну, говори давай. Раз уж начал, падла. Ну что ж, хотите действительно что-то ужасное? Ужасное — это когда вы просыпаетесь, смотрите, когда над тобой стоят дети и проверяют, дышишь ты или нет. Вот это вот действительно страшно. А все остальное — это так, мелочи. Так, продолжим. Давайте. Мы же выжили. Если вас обнаружили во время битвы, используйте свободный бег.
Жив? Но вы ударили меня. Я чувствовал дыхание смерти. Ты видел то, что хотел показать тебе я. А потом ты спал сном мертвеца. Сном младенца в чреве, чтобы переродиться и проснуться. Для чего? Ты помнишь, Альтаир, ради чего сражаются ассасины? Ради мира. Во всем. Да, во всем. Ты на меня смотришь, нет? Недостаточно остановить насилие человека над человеком. Мир должен быть и внутри людей. Не бывает одного без другого. Так сказано. Так и есть. Но ты, сын мой, не обрел внутреннего мира. Я все обрел. Это проявляется в твоей грубости и самоуверенности. Разве не вы сказали, что ничто не истина и все позволено? Ты не понимаешь, что означает эта фраза. Ее смысл не в том, что ты можешь делать все, что вздумается. Это знание, которое направляет нас. Оно требует мудрости, которой тебе не хватает. Так что же будет со мной? Можно было бы убить тебя за то, что произошло. Малик считает, что это справедливо. Твоя жизнь за жизнь братьев. Но так бы мы потеряли время и твой талант. Сейчас ты лишен всех привилегий и своего звания. Ты вновь стал новичком, ребенком. Как в тот день, когда впервые пришел в наш орден. Я предлагаю тебе искупить вину. Заслужить путь назад в ряды братства. Вы что-то задумали? Ты должен доказать, что помнишь, как быть настоящим ассасином. Я помню. Хотите, чтобы я забрал жизнь? Нет. Пока нет. Для начала ты вновь станешь простым учеником. Но зачем мне это? Твои цели за тебя выслеживали другие, но с этого дня ты сам будешь искать их. Как скажете. По GPS. Именно. Навигатору. Итак, что я должен сделать? Нас предали. Кто-то помогал Роберу де Сабле. Кто-то из нас. Ты должен найти его и привести ко мне для допроса. Что вы знаете о предателе? Я рассказал все, что мне известно. Остальное — твоя задача. Я получил власть такую, которая не снилась моему отцу. Так, потеряно оружие, потеряно. Вас понизили рангом. Короткий клинок. Быстрое убийство, метательный ножи. Вот как навыки я могу потерять? Вот, ладно, оружие потерял, но навыки... Ну, это перебор. Хорошо. Меня понизили, унизили и растоптали. Давайте. Выслушаем. Вон он нас уже поджидает. Куда он пошел? Да пошел ты. Мира и покоя, Альтаир. Ты на моем пути. Да. Аль-Муалим попросил меня напомнить тебе, как мы выслеживаем жертву. Я знаю, как это делается. Возможно, но у меня приказ. Тогда поскорей. Ассасины используют несколько методов поиска. Знаю. Мы можем подслушивать, красть или выбивать сведения силой. Именно так. Значит, я должен выявить предателя, используя эти методы? Да. Начни с деревенского рынка. Там мы заметили его в первый раз. Ты знаешь, кто это? Возможно. Тогда скажи мне имя, и мы закончим. Нет, так не получится. Ступай. И помни, начни поиски с деревенского рынка. Окей, да. Хорошо, хоть это сказал. Так, ну-ка, с дороги. Интересно. Ой, мои жизни такие почему маленькие. Похоже, он торопится. В смысле, похоже. Я тороплюсь. Мне надо срочно подслушать, подглядеть, подсмотреть. От кого бежит этот глупец? Ну да, что вам интересно? Куда он пошел? Вот как на Руси раньше, если кто-то бежит, значит его надо обязательно догонять. Похоже, он торопится. Не верю. Пошли отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Причем рынок такой? От кого он бежит? На рынок. И... присели. Я точно видел. Масун открыл ворота. Он впустил тамплиеров. Расскажи об этом Аль-Муалиму.
Нет, Масун действовал не один. Кто-то в крепости помог ему. Откуда ты знаешь? Он обменивается с кем-то письмами. Их переносит корзинщик. Это не причина молчать. Ах, корзинщик принес ему письмо прямо перед атакой. Думаю, открыть ворота ему приказали. Тогда поговори с корзинщиком и выясни, с кем переписывается Масун. Он пропал. Прячется, чтобы избежать расспросов. Ха, не иначе в одной из своих же корзин. Так, узнали. Расследование завершено. Кстати, тут флажки, кто хочет собирать. Они уже должны появиться, да. А я сейчас пошел. А где этот корзинчик-то у нас? Он где-то наверху же должен быть. Вон там. А подождите, здесь вроде тоже подъем есть. Уйди. Заткнись. Орешь громко. Ты видел раньше такое? Мне не доводилось. Так. Вот мы корзинчик. И опа. А, для кражи. Хорошо. Слишком близко, слишком далеко. Пожалуйста, хоть одну. Мы все потеряли во время нападения, и нам негде хранить зерно. Я сейчас не могу. Кража происходит на шифте. Из-за письма? Какого письма? Того, что ты получил, когда я пришла. Плохие новости. Не понимаю, о чем ты. Я постараюсь что-нибудь сделать, но сейчас мне нужно побыть одному. Приходи потом. Давай. Как скажешь. Так, на шифт кража. В низкой стойке ты на самом деле ни хрена не делаешь, просто shift ты жмешь. И сзади потихонечку. Оп-оп-оп-оп, вот так вот. Все, украл. Так, кому-то люлей надо навешать. Вот так вот. Ну, кстати, карта. Что это? Допрос. Сейчас мы снимем допрос. Кому-то там в нос надо захреначить. Скоро вам всем откроется истина. Мы стоим на пороге. Пороге между этим миром и новым, где мы все сможем жить как равные. Давай, тебя надо сопроводить. Но такие, как Аль-Муалим, стремятся разрушить мечту. Сейчас навешиваю там люлей в подворотне. Атака была первой из многих, что последуют, если мы вместе не поднимемся против безумца из Масиафа. Остановим его ложь! Я остановлю твою ложь. И спите, пока он не заговорит. Да, прилюдно его не стоит избивать, потому что за него заступятся. Скажет, как так? Какого-то там хрена бьешь? Да как ты посмел? Давай, вот. Стража пока что не видела. А то они не поймут. Даже как наша полиция тоже не поймут, что все делаю я во благо. Хочешь драть? На. 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 А, я не умею контратаковать-то. Точно. Хватит! Я скажу! Я скажу! Говори. Говори поскорее. Мне не нужны твои игры. Почему ты предал нас? Кому ты служишь? Мы служим тамплиерам. Они сражаются за правое дело. Мы? Джамаль. Он рассказал мне об их замысле и приказал открыть ворота. Ты предал нас. Нас, назвавших тебя братом и укрывших от бед. Я сделал то, что считал нужным. И я не боюсь умереть за правое дело.
Не мне решать твою судьбу. Это сделает Аль-Муалим. Перемотка на более поздний участок памяти. Сдать в руки местной полиции. В том, что ты предал братство и открыл дорогу врагу. Как ты ответишь на эти обвинения? Не отрицаю. Я горд тем, что сделал, и жалею лишь, что мы не добились успеха. Оружие мне приготовили. Я предлагаю тебе покаяться, отречься от зла в твоем сердце. В моем сердце лишь истина. Мне не в чем каяться. Дебил. Тогда ты умрешь. Вот так вот дурачок ничему не учится. Ты справился, Альтаир, и заслужил право вновь носить клинок. Че, мне только меч дали? Что будет с тем, который ему помогал? Увидим. Кто-то предает из невежества и страха. Таких людей можно спасти. Воля же других искажена. Их разум отравлен и испорчен. Таких нужно уничтожать. Скоро мы узнаем, к какому типу относился Джамаль. Я прошел испытание. Что дальше? Прошел. Дитя мое, мы только начали. У меня есть список. В нем 9 имен. 9 человек, которые должны умереть. Они как чума. Они разжигают войну. Своей властью они отравляют землю. Из-за них продолжаются крестовые походы. Ты убьешь их. Без проблем. И посеешь семена мира. Как в стране, так и в самом себе. И тогда ты обретешь прощение. Вы кто бы говорил? 9 жизней в обмен на мою. Думаю, это щедрое предложение. У тебя есть вопросы? Один. С кого начинать? Отправляйся в Дамаск. Найди торговца на черном рынке по имени Тамир. Он станет первой жертвой. Когда прибудешь в город, найди местное бюро братства. Я пошлю голубя, чтобы сообщить Рафику о твоем прибытии. Поговори с ним. Увидишь, он тебе поможет. Если это необходимо? Да. Ты не можешь приступить к заданию без его разрешения. Что? Мне не нужно ничье разрешение. Это потеря времени. Это цена, которую ты платишь за свои ошибки. Ты отвечаешь не только передо мной, но и перед всем братством. Хорошо. Собери снаряжение и иди. Докажи, что не потерян для нас. Окей, да. Так, все, свалим. Я не потерян. Так, ДНК усилена. Так, вот скрытый клинок, смотрите, пальца нету. А почему-то у меня нету пальца. А у предводителя почему пальцы есть? Он первый, кто должен, как сказать, как основатель, без пальца быть. Ну-ка, ты ассасин? Нет, тоже все пальцы. Почему же он бежит, как угорелый? Слушаю. Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Давай, помогу. Покажу. Давай, просто держим, удерживаем удар. Все, нажмите кнопку для атаки. Вот так. Великолепно. Как только клинок коснулся. Да нет, надо как только клинок коснулся. Вот так, порыв. Работа мастера. Убийство. Понимаю, у тебя много дел. Да, у меня много дел. Мне сейчас скакать и скакать еще. Да, выход из обучения, да. Понимаю, у тебя много дел. Все, давай. Сваливаем. Что происходит? От кого он убегает? Да, надо скакать, как этот тролли. Скакать я хотел. На всех вас. Куда вот он пошел? Вам. Чего это он так торопится? А вот с того. Секрет. Вон, видите, флаг там на крыше вон мерцает. Так что говорю, собирайте
Это я не знаю, чем будет, что будет, когда ты все флаги соберешь. Ни разу не собирал. Вон еще один флаг впереди. А там, кстати, вот у обрыва там тоже где-то там лазишь, тоже флаг. Почему он есть? Вот. Просто для синхронизации. Как я понимаю, где побывал предок, там флаги и расставлены. Я так понимаю это. То есть ты, если соберешь все флаги, ты на 100% синхронизируешься и побываешь там, где побывал твой предок. Так, лошадку, черный конь. Лошадка. Ёжик. Лошадка. И вот. Поскакали. Да, там далековато, конечно, скакать. Ты напугал меня. Ну, хотя, ну как вот, я не знаю, так-то оно в милях и считывается. Да! Ну, 300 миль. Почему мили? Ну, потому что в милях, наверное. У них же нету километров. Не было еще тогда. А, это до выхода, это метры. Все, понятно, это метры должны быть тогда. Или километры, опять же. Как правильно. Потому что больно быстро что-то. Там тогда получается 3000, то скакать и скакать. Если из-за вас переносчик кувшинов уронит свой груз, он раскроет... Не могут же города близко так находиться друг от друга. Почему же он бежит, как угорелый? Так. На этих вершинах будем точки обзора открывать. Да! Он кого-нибудь с ног собьет. Ну, нас туда так просто тоже не пустят. Так, как надо слазить-то? Чтобы быстрее с лошади притормозить и нажмите... Сейчас будем открывать. Вперед. Вперед, только вперед. Разум зовет. Кстати, хочу сказать, что игра проходит под группу Grand Courage. Поэтому, если слышите напевы, ну из... Вау, нет, нет. Блин. Это вообще... Это как так-то? А почему? Все на же попал же вроде. Люди спокойно реагируют на тех, кто забирается по лестнице. Я же все на попал. Что не так? Не понимаю. Ну-ка. Я! Разбился об сено. Поставить на дыбы. Спешиться. И... Оп. Давайте еще разок залезем. Он же быстро лазит у меня. Альпинистом все-таки. Давай, 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 давай. Кнопка обзора. Почему ты мне прыгнул-то, падла такой? Нет, 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 назад. Ты что такое неуклюжий-то? У меня что, кнопка где-то заела, что ли? Где-то что-то заел, или игра действительно такая немножко поломанная. Ну уж какая есть, хотя бог его знает, может это я такой. Так, посещено точек обзора. Ну, нормально все на прошел, не помер. Давай. 1000. Говорю же, там вроде как-то далеко ехать, 1000 с лишним скакать. Используй карту для поиска цели. Вы можете поставить на карте собственный маркер. Можем, но не будем. Нам надо вышки эти открывать.